Юлик, Юлик, посмотри на папу. Привет. Привет. Села, 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 посмотри на папу. Привет. Все. А где папа? Вот он, папа. А где Яник? Вот он, Яник. Ага, едем туда, в океанариум. Смотри, здесь большой такой городишко. О. Села, ку-ку. Ку-ку. Юля, ку-ку. Яни, ку-ку. Смотрим, смотрим. Видишь, там корабли. Во! Где они, большие кораблики? Где Юлик? Вот он, Юлик, а где Яник? Вот он, Яник, где кораблики? Вот они там, кораблики. Иху. Видишь кораблики? Где там кораблики? А Стелла куда смотрит? Стелла, привет! Юлик, привет! Что там? Кораблики, кораблики, Яник, смотри, там кораблики, видишь, вот там корабли, кораблик, вот он. Видишь кораблики? Владимир Маяковский. Где Яник? Яник, привет, привет, папа, Юлик. Смотри, смотри, два катера, смотри там. О, видишь, гоняют по речке. Какие они молодцы, видишь? Да. Гоняют по речке эти катера. Смотри, там Питер, видишь? Вот, 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 смотри, смотри, там кораблики. Видишь? Вау. Смотри туда, Стелла. Она решила
Смотри, Коша, Коша. Погоди.
маму потерял. Яник, Юлик, села, пошли. Пошли, 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 идем, идем. Так, села, стой, села, стой. Стой. Смотри, рыбки. Самый обычный окунь – это рыба, которую можно встретить в любом водоеме в Европе, причем можно поймать ее круглосуточно. Здесь это будет клещ, жирец. Яник, смотри, рыбка, рыбка. Самая обычная рыба, которая обитает в нашей стране. Ну, может быть, они не комиссы, тем не менее, для нас это не полезно. Просто смотрите, что за рыба находится рядом с собой. Там как раз рыба красавица. Идем туда, да, посмотрим рыбу. Смотри там. Но рядом с форелями, здесь много таких вот интересного цвета всяких рыбки, это карпы, как ни странно. Все карпы видели, представляете, как он выглядит. Но дело в том, что японцы... Смотри, Немо, Немо, вот там. Да, дело в том, что японцы имеют большие вот трудоголики. И вот 200 лет назад на обычной ферме в Японии, где выращивали карпы, на обычных карпах, они так могут для своего пропитания. Смотри, у него начинает с собой такая хорошая пигментация кожи. И вот японцы стали смешивать между собой и получили сотни вот таких вот карпов различных цветов. Называются они карпы хуи, парчевые карпы. Так вот цена вот такой рыбки в середине прошлого века равняется цене престижного автомобиля. Японцы продавали в Америку, и цена такой рыбки была, например, на Костюжу. Сейчас подешевле, но рыбы... Смотри, рыбка, рыбка. Смотри, Яник, рыбка, рыба. Вот она. Что насчет этого фактора меня очень, на самом деле даже голова начинает кружиться. Ну, прямо перед нами казан. Рыба семейства карповых, наверное, вы его знали. Ну, а что за рыбки еще здесь обитают? Это самые дорогие рыбы нашей страны. Это рыба семейства осетровых. Это рыба, которая дает удивительное вкусное мясо. Без костей эта рыба хрящевая, так же, как акула. Так что стоит килограмм такой рыбы иногда до 1000 рублей. Это рыба, которая дает черную икру. И за счет этого, вот эти рыбы сейчас в нашей стране находятся просто на грани вымирания. К нам плывет красавец русский осетр. И вот кличка хулиган, метр 70. Если вот так его поставить, будет выше меня. Откуда такая кличка? Видите, там у нас секта. Два раза хулиган выпрыгивал, прямо вот сюда падал. Периодически, да, периодически он подрывает на секту, может даже обрызгать. Так что, если он цитрата под длинный носик, это сибирский осетр. Если тупой, это русский. А у него, наверное, вот такого темного цвета с остренькими носиками, его узнали рыбку, это стерлинг. Гордость нашей страны стерлинг, вот она вот такая черненькая рыбка. Тем не менее, для нас, наверное, эти рыбы все равно более-менее обычные. Давайте посмотрим, что рядом с нами были обычные березки, да поля, там обычные для нас карпы, а теперь над нами тропическая растительность настоящая. Но прямо перед нами наши гости из Азии. Смотри, смотри. Смотрите, какая красивая ящерица крупная. Это азиатский крупный варан. Он у нас еще вырастет, может вырасти до нескольких метров. Чем он интересен, этот варан? Сейчас он проснулся. Яник, Юлик, смотри, варан. И вот как раз цена у него ядовитая, токсичная. Тем не менее, наши аквариумисты, они заходят в этот аквариум, в этот террариум. Смотрите, видите, там каменная стена и вот такая вот расщелина. Потом потайная дверь. Они заходят, и нашего варана снимали по слюной в форме пузырьки. Назвали зайкой. Да. Назвали его зайкой. Ну, какой зайку, я не знаю, наверное, какой-то специфический юмор. Одну из наших морей назвали кошечкой. Кошечки через как у бульдога, да, вот так. Они их любят. Но, кстати, большую часть времени он проводит в воде, там подыхает. А если речь заходит в воде, самая знаменитая река. Это одна из древнейших рыб, которые существуют на нашей планете. Называется протекторус. Чем эта рыба необычна? Во-первых, у нее есть не только жабры, у нее есть легкие. Если нечем дышать, если воды мало, будет дышать атмосферным кислородом. То есть чем дышится, тем и будет дышать. Кроме того, эта рыба может не есть 3 года. Она впадает в такое полуоцепенение, полудрёвное, не сыпает. Ну, когда морковка пересохла, и есть практически не надо. Она выживает. Потом, когда оцепенение проходит, она приходит в себя. Хищница очень агрессивная. Она добычу открывает рот огромный, и добыча буквально засасывает внутрь себя. Ну, конечно, самый агрессивный хищник в Амазонке – это пираньи. Вот пираньи находятся у нас за спиной. Смотри, Яник, Яник, иди сюда. Яник, Юлик, иди сюда. Итак, давайте встанем где-то на расстоянии 2 метров примерно от нашего аквариума.
что было хорошо видно наши клубы. Вот они, те самые пираньи, о которых ходят легенды, о которых снимают фильмы ужасов. Но согласитесь, вроде какого-то особого впечатления, мальчики, большая просьба не трогать аквариум. Яник, ты где? Иди посмотри. Юлик, отойди. Да, вот пираньи, о которых ходят легенды, о которых снимают фильмы ужасов. Согласитесь, какого-то настолько страшного впечатления рыбка не производит, правда? В принципе, даже симпатичная, в каких-то плесках. Яник, отойди. Вот такая вот рыбка, она уже взрослая, 10-15 сантиметров, элементарно откусит вам палец. В чем вообще ее главное оружие? У нее абсолютно по-другому устроены челюсти. У нее даже не челюсть, а такая, знаете, бритва или ножницы. С одного раза она может откусить кусок мяса, например, вот крышка от кока-колы вот такого размера. Так что вот такая стая минут за 15, наверное, справится с быком. Нет, самое интересное. В этом аквариуме, в этом аквариуме, вот такие вот маленькие рыбки, это обычные губки. У каждого, у кого есть аквариум, эти рыбы знают. У дна можно посмотреть и найти маленьких сомиков, мы их сюда поместили. И пираньи их не трогают. И вообще люди, которые живут в Амазонке, они спокойно плавают в Амазонке, ничуть пираньи не боятся. Почему? Иди посмотри рыбку. Пираньи – это, по сути, такой санитар. Пираньи не спадают. Пираньи нападет на раненую рыбу, на какую-то больную рыбу, на больное раненое животное перед запахом. Но чтобы оно напало на человека, это что-то должно просто уникально случиться, там, чтобы Амазонка пересохла, есть нечего, человек ранен, истекает кровью, то есть какие-то должны вот такие факторы статить удивительные. По крайней мере, каждый раз, когда зарезается там шадарак, этот аквариум, чтобы почистить аквариум, пираньи пугаются, а первый раз, когда он залез, они упали в выборок. Они вот так повернулись, только закатили глаза, и были сильно целые. И рыба спокойно плавает среди стволов, среди корней деревьев. Давайте посмотрим, что за рыба здесь находится. Вот, например, посмотрите, какая интересная рыба. Вот одна, вот посмотрим, вторая, продолговатое тело, и такая крупная серебристая чешуя. И странный рот, который набрали наверх. Называется эта рыба серебряный дракон или арабаса. Можно ли здесь как-то называть дракона? Это чем интересна эта рыба? Эта рыба может подпрыгнуть на поверхности воды метра на три, на лету поймать птицу, а рыба ее спрятает на хвост. Еще люди видели, как вперед голода, вот такая рыба плавала, сбегала сверху какую-то обезьянку и ее не дала. Эта рыба агрессивная, ищет пищу себе именно на верховье. Прямо перед нами проплывает, смотрите, красавец, называется Ахиллес Сомик. Действительно, это сомик, но за счет такого стыкового влияния обычного похода на сомик. Юлика, за руку. Люди, которые заводят такие дорогие домашние большие аквариумы, посыпают таких сомиков и затем утверждают, что это акула. Еще перед нами проплывают два красавца, очень красивые расцветы. Называются они тигровые сомики. Итак, большая просьба ко всем ребятам. Отойди. 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 Итак, посмотрите, что еще за рыбки питают в этом аквариуме. Держи тело за руку. Тело. Посмотрите, какая необычная рыба с огромными губами. Мне одна девочка, где-то ей было года 4, сказала, что это самая гламурная рыба, которая живет у нас в океанариуме, потому что у нее губы как будто перекачаны силиконом огромные. Взрослые все ее знают, называется тиляпия. У нее очень вкусное мясо, как и курица. Сейчас она обитает не только в Южной Америке, а ее разводят буквально по всему миру. Итак, ну вот та самая пиранья, о которой я обещала вам рассказать. Вот она от нас уплывает. Смотрите, какая крупная. Эта пиранья называется пиранья Паку. Тем не менее, человека она не обидит, это пиранья-вегетарианка. Вот такие красивые, симпатичные рыбки, называются астроматусы. И вот она плывет рыба, о которой я очень хотела рассказать. Вот, посмотрите, красавец, какой сомик, шикарные усы, такой темный окрас и немножечко оранжевый хвостик. Называется он сом оренокский краснохвостый. И чем этот сом не обучен? Мы назвали его Гушей, сейчас одного нашего порубиста. Гуша прославился тем, что если во время обеда заедать красную рыбу, он треску есть не будет. Он не будет есть ни креветки, ни кальмары, он тогда просто нападает на других обитателей. Очень красивая, яркая рыбка, оранжевая, к черной полоске, называется окунь сиамский. Вот такие симпатичные окуни. Но у нас начинается самая интересная часть. Идем за тетей. Электроскат, видишь? Смотрим, давай. Уа, видишь? Тело, идем. Тело, идем. Идем. Конечно, это не самый большой аквариум в мире, но, например, в Германии
Юлик, иди туда. Иди туда. Иди туда. Причем достаточно мягко, несмотря на такое количество воды, потому что это стекло акриловое. До нас его специально изготовили в Шанхае, но по нашему проекту, и чтобы поставить этот аквариум, пришлось разобрать вот эту сейчас, пришлось разобрать весь угол нашего торгового гостиного комплекса. А вы думаете, сколько это принято? 1000. Мы сюда поместили ровно 1000 коралловых рыб, вот такие вот серебристые жесткими хвостиками, называются цезиус. Цезиус на тени серо-жемчужный. Но иногда на русский язык эти грибы переводят как желтохвостые стрелки. Действительно, это нужный хвостик, как это стрелок. Рыба такого красноватого оттенка с большими глазами называется солдаты. Вообще, такой большой черный глаз говорит о том, что это ночной хищник. Поэтому, слушайте, у нас есть рыбы солдаты, есть рыбы стрелки. В общем, у нас есть своя армия. А еще у нас есть то, что, наверное, является гордостью нашей океанарии. У нас есть настоящий акулий детский сад. Потому что наши акулы не просто здесь хорошо живут, но и долго живут. Но еще и приносят акулий. Давайте посмотрим на настоящий акулий детский сад. Идем, села, идем, идем, идем. Let's go. Бери Яника за руку, бери Юлика за руку. Идем. Разного возраста, вот эти примерно месяц. Есть совсем маленький, который буквально там 3 дня назад у нас был. Вот, смотри. Это пока место в 4-5 листах, и мы их держим отдельно. Это кошачья акула, только лет месяц. Это все маленькие, как для акулята. Но теперь давайте посмотрим на очень интересный круг, который находится на этой стене. Да, идем, идем. Это акула, акула, все, идем. Идем, Яник, сюда. Иди к тете. Там правда речь шла о змее, но мне как раз вот эти рыбы напоминают именно вот эти гастролеты. Смотрите, такое черно-желтое существо необычное. Называется рина-мурена. Рина-мурена – это вообще близкая родственница наших обычных упырей. Чем эта рыба необычна? Вот это существо черно-желтое – это еще не мальчик и не девочка. Посмотри, посмотри. А вот одна из них пожелтела. Вы видите, она как раз сейчас от нас уплыла? Стала такого желтого цвета, вот она к нам поплывает. Она пожелтела, значит, стала девочкой. Когда она поглубеет, она станет мальчиком. То есть вот эта рыба меняет свой пол и цвет на протяжении жизни. А спустя вот существа черно-желтого становится девочкой, затем мальчиком. Очень красивые креветки в таком красном одеянии. Это креветки кардиналы. Почему кардиналы? Понятно, потому что вот такая яркая окраска, как мантия. Яник, иди сюда. Подходи, Немо, Немо, смотри. Смотри, Немо. Иди туда. Иди сюда. Правильно, вот она. Голубая рыба с желтым хвостиком. Голубая рыба большого размера с желтым хвостиком. Называется она рыба сурок. Вот, например, одна перемага такая проплывает. Голубая, черная, полоска, желтый хвостик. Почему такое название рыба сурок?
это просто вертит, буквально парень рыбы, как сказать. Вот такие вот очень красивые, вот смотрите, крупные рыбы, черно-белые, желтые клубника. Юлик, руку сюда не ставь. Называются они бабочки-кабуды. Смотри, смотри, бабочки. Только руку туда не ставь. Обратите внимание, смотри, туда рыба, рыба. Обратите внимание, красота, это зеленая рыба с аккуратными ногтами. Называется эта рыба лазерный клюворы. Действительно, рыба у нее как клюв. Рыба есть. Вот посмотрите, очень красивая фиолетовая рыба. С этим желтым полумесяцем красавица. Вот прямо перед нами будешь. Вот они две красавицы. Называются они рыбы ангела. Наверное, самая красивая рыба, которая сейчас будет на нашей планете. Такая рыба очень красивая. Идем, идем к тете, идем. Тетя, давай, пошли. Бери Яника, Юлика за руку. Иди сюда, иди сюда. Слушай, Юлика, иди. Так ты силы, что человек даже не может защитить, может быть, твое сознание отдать. Смотри, туда рыба, рыба. Юлик, дай руку. Давай, да, потрогай дядю, дядю, подержи дядю. Вот если так его ударил, и так он неудачно ударил, что была попала в сердце. И активный нейротоксин сразу человек практически погиб. Так что стат очень опасно, если отдыхаете в зоне стрета, то я надеюсь, что сейчас она снова нас появится. Смотри. Вот она, посмотрите, красавица. Смотри, рыбка, рыбка. Черный сладниковый рисовый акула. Она примерно полтора метра. Тем не менее, несмотря на такие небольшие размеры, эта акула занимает 11 место, вот посмотрите, 11 место веса действительно на один человека. Очень агрессивный, несмотря на то, что маленькая. И знает, как красавица Мурена. Почему-то очень мало, а вы не хотят перестать, потому что, наверное, прямо на знание. Очень красивая рыба, вот этим желтым свечом, называется лосьмина, и больше расставится, как вы знаете. Если угадаете что-то за рыбой, то это очень земля. Это окунь. Это гигантский морской окунь, который называется группе. Мы вот смотрим наверх, у нас вот голова. Подряд, целуется там.
потому что когда кричит, душа сейчас живет отдельно. Раньше принимала участие в шоу. Но тут, наверное, именно Марина, а не Акула... Яник, стой, иди так, папе. Яник, Юрик, иди так, папе. Юрики, иди сюда. Бери. Бери печенье. Идем на автобус. Сейчас пойдем.